Меня зовут Анна Иванова, мне 35 лет, и я живу в Израиле. В детстве я посещала художественную школу, но по стечению обстоятельств всю жизнь проработала инженером по пожарной безопасности. В 2017 году я возобновила свой творческий путь и считаю, что этот очень большой перерыв в моем творчестве был очень полезен для меня, потому что сейчас я рисую с огромным удовольствием и желанием. Вдохновляют меня люди, поэтому большинство моих картин — это портреты. И сегодня я хочу познакомить вас с одной из своих картин под названием «Надежда». Здесь представлена девушка, которая сидит в окружении самого большого материального богатства в этом мире — это книги. Это именно то богатство, которое может наполнить каждого из нас чувствами, знаниями, эмоциями, философии, психологии. Но, к сожалению, в современном мире это не очень интересно людям. Но она надеется. Она сидит грустная, но в надежде. Она сидит одинокая, но в надежде, что все можно исправить, что все зависит от нас. На заднем фоне мы можем увидеть ракушки, которые символизируют ее глубокий внутренний мир, ее глубокий красивый внутренний мир. И как океан делится с нами, с людьми, своей красотой, выпуская эти ракушки на берег, так и она хочет поделиться своим внутренним миром, своими знаниями, тем, что живет внутри нее, с окружающим. Поэтому она сидит и ждет, что все изменится. Я хочу сказать спасибо вам большое за возможность быть услышанной. Хочу пожелать вам хорошего дня и, конечно же, вдохновения.